Здравствуйте, друзья! И вот мы посещаем парк Актур уже вечером, чтобы показать вам, как он будет выглядеть весь в огнях и при уже более в темное время суток. Но прежде чем посетить его полностью, обойти, посмотреть, насколько он красив и как он светится, мы посетим комнату страха, которая находится прямо за моей спиной. Вот мы и посетили комнату страха. Она была довольно средней, скорее это больше рассчитано на детей. Ну а мы ждем, пока еще чуть-чуть вечереет, чтобы парк еще более преобразился, и мы с вами его посмотрим. Итак, время 7 часов, уже свечерело, и я думаю, большинство огней в парке загорелось. Кстати говоря, этот парк работает с 2 до 12 по выходным и с 3 до 12 по будням. Вход сюда бесплатный. Платишь только за аттракционы и за карточку, на которой после кладешь деньги. Вот, а так вход сюда бесплатный. Можно прийти и посмотреть все своими глазами. И давайте сейчас пройдемся по нему и посмотрим, как здесь все горит. Итак, как мы можем наблюдать, парк преобразился, и вечером он уже не похож на тот, что мы видели днем. Не спорю, днем парк тоже выглядит чудесно и интересно. Но вечером, после захода солнца, этот парк аттракционов приобретает еще большую красоту и интересный вид, так как повсюду горят и мерцают множество огоньков, и каждый действующий аттракцион приобретает свой стиль. Сейчас мы пройдем неполный круг, как проходили в нашем прошлом выпуске, который вы сможете найти в подсказке или по ссылке в описании. Сегодня мы пройдем через работающие аттракционы, так как мы и говорили в нашем прошлом выпуске, в рабочем состоянии сейчас в парке Актюр находятся не все аттракционы. Но я заметил, что некоторые не работающие днем работают сейчас, и это довольно интересный момент, хотя возможно просто не было спроса и я не видел, как они работают. К вечеру в парк подошло больше людей и работающих аттракционов стало больше. Думаю, в спорах о том, какой же из аттракционов выглядит наиболее привлекательно, можно провести большое количество времени, так как красивых и хорошо освещаемых аттракционов здесь довольно большое количество. Но свое мнение вы можете высказать в комментариях. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу.
Примерно с этого аттракциона, на мой взгляд, начинается самая светлая часть этого парка развлечений, так как у нас по пути будут расположены, на мой взгляд, самые яркие аттракционы. Такие как автодром с его красивыми и интересными машинками, аттракцион Crazy Dance, где люди под громкую музыку кружатся в кабинках по кругу и вокруг себя, тир, корабль и аттракцион Сердце Анталии, который представляет собой довольно большое колесо обозрения, а также многие другие интересные аттракционы. Так выглядит парк Акзюр вечером. Как по мне, он довольно красиво светится вечером, там довольно своя атмосфера скапливается, и по нему интересно ходить. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, делиться своим мнением в комментариях, мы всегда открыты к дискуссиям и разговорам.
Также не забывайте про колокольчик. Ну а на фоне парка Актюр я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!